Они прибирают город, сбивают сосульки с крыш, ремонтируют трубы и сантехнику. Они вывозят мусор, проверяют газ и лифт. Они создают уют в городе. И это сотрудники ЖКХ и ТСЖ. Каждое третье воскресенье марта работники коммунальных служб отмечают свой профессиональный праздник. Вы, наверное, люди, которые знают лучше всех город. Вы заранее знаете о том, кто приезжает к нам в город. Вы заранее знаете, что будет происходить. Вы заранее знаете точки присутствия. И это не говоря о том, что в повседневном мире вы знакомы со всеми. Вас ценят, любят, обсуждают наши жители, саровчане. Конечно, с присущей им требовательностью они подсказывают, как вам лучше работать. Но вы самые востребованные, вы действительно самые нужные люди города, потому что город живет только благодаря вам. Вот в полном смысле слова «живет». Поэтому огромное вам спасибо. Вы сразу же видите результаты своего труда. Вы делаете мир лучше вокруг себя. И я желаю, чтобы это приносило вам чувство глубокого удовлетворения, чтобы вы действительно вот осознавали до конца свою нужность и важность для города. Ну и, конечно, вам крепкого здоровья, всякого разного благополучия. Ну и чтобы в ваших семьях понимали, что звонки среди ночи – это нормально. Чтобы принимали вот все, как должно быть. С праздником вас! На торжественном вечере, посвященном празднику, лучших сотрудников коммунальных служб наградили почетными грамотами от администрации города, благодарственными письмами от городской думы. Среди награжденных – трактористы, уборщики территорий, диспетчеры. Почетными грамотами отметили и лучшие организации сферы ЖКХ, управляющие организации и товарищество собственников недвижимости. Я не ошибусь, если скажу, что те традиции, которые были заложены, они до сих пор сохраняются. И думаю, что тот опыт, который передавался ветеранами, он сохранился в предприятиях и успешно используется в ходе работы и выполнения тех задач, которые стоят перед каждым предприятием. На сцене Саровского драматического презентовали книгу «Городское хозяйство Сарова». В работе над сборником приняли участие ветераны и работники ЖКХ. Авторы подняли историю города с 1946 года. Основная часть книги, конечно, посвящена 60-70-80 годам прошлого века. Работа УКБП, предприятия городского хозяйства, были объединены в 76 году управлением коммунально-бытовых предприятий. Завершился торжественный вечер спектаклем от артистов Саровского драматического театра «Женитьба Бальзаминова». Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».